Вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии работает Юлия Рубцова, и сегодня в эфире. Возможности интеграции налоговых и таможенных систем Беларуси и России сегодня обсуждали в кабинете у президента. Российская делегация прибыла в белорусскую столицу. 11 законопроектов принято депутатами во время 5-й сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В эту субботу, 17 апреля, в Беларуси пройдет республиканский субботник. Новополчане также будут принимать участие. Планируются мероприятия по лесным территориям. По следам республиканской недели леса, сегодня к высадке деревьев присоединились военнослужащие органов пограничной службы и ветераны МЧС. Сейчас к подробностям. Рассмотреть одну из важнейших проблем в белорусско-российских отношениях в Минск прибыла представительная делегация во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Речь прежде всего об интеграции налоговых и таможенных систем. Эта тема в центре внимания встречи российского премьер-министра и президента Беларуси. Вопрос не возник спонтанно. Об актуальности визита российской делегации во главе с Михаилом Мишустиным в белорусскую столицу говорили президенты России и Беларуси еще во время встречи в Сочи. Дело в том, что тогда, во время обсуждения дорожных карт, отдельные вопросы потребовали доработки. В частности, речь о сближении налоговых систем. Тогда Владимир Путин предложил направить российскую делегацию, которая прибудет с портфелем конкретных предложений. Новации в первую очередь призваны сработать на пользу союзного государства. Ни в коем случае речь не идет о поглощении. Также во время встречи белорусский лидер рассказал о пошаговом графике работы по многим вопросам и анонсировал ближайшую встречу с президентом России Владимиром Путиным в апреле в Москве. Я действительно рад встретиться сегодня с вами. Это первое такое мероприятие. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего, 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем. Сегодня мы об этом приняли такое решение. Потом мы проведем форум регионов с вами, вы знаете, это Подмосковье. Потом союзный Саумин, а потом где-то сентябрь-октябрь договоримся ближе по обстановке Высший государственный совет. Ну и нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках союзного государства. Сегодня Беларусь и Россия плотно взаимодействуют в области промышленности, энергетики, транспорта, инфраструктуры, строительства. В тесной связке работают налоговые и таможенные системы, растет товарооборот. Только в 2020-м он составил почти 30 миллиардов долларов. Российский премьер-министр также подчеркнул, что, судя по тенденциям в экономике, которая складывается в 2021-м, между странами удастся в кратчайшие сроки прирасти в данных показателях. Хочу тоже сказать вам, что с Романом Александровичем Головченко и с членами правительства Беларуси мы в постоянном контакте, я бы сказал, в ежедневном. Все наши и министры, и вице-премьеры, представители ведомств постоянно работают над как улучшением наших взаимных отношений, так и над насущными проблемами. Ну, мы потихоньку восстанавливаем наш товарооборот. Растет, кстати, цифра. Мы зафиксировали, что, к сожалению, падение было после коронавируса значительным. Сейчас все это восстанавливается. Восстанавливаем и воздушное сообщение. 30 апреля «Ласточка» должна с Москвы в Минск прийти. Мы тоже все это приветствуем. Прочный законодательный фундамент, который позволит обеспечить безопасность белорусов, сегодня выстраивают депутаты. Работу продолжила 5-я сессия Палаты представителей Национального собрания. Во втором чтении приняты законопроекты о недопущении реабилитации нацизма и об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. В проекте закона о недопущении реабилитации нацизма прописан четкий запрет на героизацию нацизма, ее финансирование и не только. Новшества же в законах по вопросам противодействия экстремизму, в частности, устанавливает возможность ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма. Впервые предусматривается ответственность за участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовку, обучение и подготовку лиц для участия в такой деятельности. Устанавливается ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Беларуси, правовом положении граждан. Также предусматривается уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны, распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются средствами
массовой информации. Также приняты депутатами во втором чтении поправки в закон о массовых мероприятиях. Их можно проводить исключительно на основании разрешения местных органов власти. Внесены и другие поправки. В целом, сегодня депутатами принято 11 законопроектов. Детально с ними можно ознакомиться на сайте Палаты представителей Национального собрания Беларуси. А вот и очередной недостоверный вброс в социальные сети. Накануне появилась информация. На 7 суток осужден заместитель председателя первички независимого профсоюза открытого акционерного общества «Нафтан» Максим Щупленков. Причина якобы в ложном срабатывании рамок металлодетектора. Но только одно «но». Не договаривают о, мягко говоря, неадекватной реакции Максима на стандартную в таких случаях процедуру. Дальше больше вместо того, чтобы выполнить требования охранников, работник «Нафтана» стал провоцировать конфликт. Ну, нравится людям неспокойная жизнь. В ход пошла нецензурная брань, но и финальный выход – попытка покинуть КПП. Я все достал из кармана. Знаете, кому? Что подожди? Потому что достали. Понимаете, что это вредно? Для потенции мужского. Вы понимаете, вы женщина? Или вам плохо вообще? Вы за свою зарплату готовы, не знаю, кому угодно. А добавить к такой рецензии, пожалуй, нечего, кроме одного. Имейте смелость хотя бы в таких ситуациях держать лицо и быть честными как с самим собой, так и окружающими. Ведь этого сегодня вы требуете от других. Уже завтра, 17 апреля, белорусов объединит республиканский субботник. Уже известно, что вклад каждого, кто примет участие, не ограничится лишь наведением порядка на земле. Частично денежные средства, заработанные в этот день, направят Минздраву на укрепление материально-технической базы, в том числе закупку вакцины от COVID-19. Часть денег останется в регионах и пойдет на благоустройство. Подробности знает Анна Ободова. После зимы обновятся не только объекты и территории населенных пунктов. Немалый фронт работ запланирован на мемориальных комплексах и местах боевой и воинской славы. В Новополоцке наводить порядок будут в лесопарковых зонах в районе 4-й школы заводского проезда и улицы Нефтяников. Будут привлечены у нас в основном это общественные организации, ну и наши, скажем так, граждане. Кроме того, в апреле у нас уже прошел общегородской субботник. Наводили мы порядок в пойме реки Западной Двины. Спасибо гражданам, которые также приняли участие в чистых играх. В ходе нашего городского субботника было собрано уже порядка 60 тысяч рублей, которые будут направлены на продление велодорожки в прибрежной зоне и на строительство духовно-просветительского центра. К слову, после зимы на строительном объекте возобновились работы. В духовно-просветительском центре Новополоцка сейчас идет монтаж кровли. Бригада 300 номер 16 выполняет зашивку верхнего барабана. Процесс трудоемкий и не терпит спешки. Ну, каждая деталь, она все разные размеры, поэтому все надо собрать фальц, где лежачий, где двойной стоящий фальц, поэтому не все так быстро и просто. Ну, надо же делать один раз, сделать, чтобы потом уже как бы забыть про все проблемы, чтобы нигде ничего не затекало и, ну, чтобы было все надежно. Если позволит погода, рабочие управятся за месяц и уже в конце мая смонтируют купол и крест. По планам, монтаж кровли завершится за весенне-летний период. К сентябрю будут установлены оконные блоки и система отопления, что позволит проводить службы. Актуальным остается и вопрос благоустройства. На сегодняшний день нам выделена территория проектировщиками УКС города Полоцка по согласованию с Новополоцким горосполкомом. Разрабатывается проектная документация, чтобы обустроить возле храма парковую зону совместно на городских территориях, на наших территориях, чтобы всем было удобно, ну, прогуливаться возле храма и зайти в храм. Строительство духовно-просветительского центра в Новополоцке ведется с сентября 2018 года. Генеральным подрядчиком выступает нефтезавод «Монтаж». На данный момент работы выполнены на 35%. Анна Ободова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». В
В канун масштабной трудовой кампании в Беларуси подвели итоги общей республиканской акции «Неделя леса». Ни много ни мало, в эти дни в стране высажено более 33 миллионов деревьев. В этом году к благому делу приобщилось около 60 тысяч человек, а это, к слову, почти на треть больше, чем в прошлом году. Отрадно, что лишь неделей кампания по озеленению нашей страны не ограничивается к высадке деревьев, присоединились военнослужащие Полоцкого пограничного отряда. Как это было, смотрите в репортаже. Более двух десятков человек дружный трудовой десант вышел на посадку берез и ели недалеко от территории Полоцкого пограничного отряда. О том, что высадка деревьев – дело благое, говорить не приходится. Большой вклад в экологию будущего. После пятиминутного мастер-класса от опытных лесничек военнослужащие приступают к делу. Акцию по высадке деревьев еще можно назвать и акцией сплоченности. Каждый работает в тандеме. Один делает пару движений лопатой, второй опускает сеяни с березы в землю. В этой акции принимаю участие впервые. Очень понравилось. Очень простое и легкое обучение было. Спасибо нашим наставникам, которые все рассказали доступно, понятно. Мне было очень легко, потому что у меня был хороший напарник. Вот. И в тандеме все легко и получается. Я предлагаю всем людям принимать участие в подобного рода акции и не бояться ничего. Стоит отметить, сотрудники органов пограничной службы Беларуси ежегодно становились частью масштабной акции «Неделя леса». А в этом году она состоялась уже в 14-й раз. Только вдумайтесь, за этот период силами органов пограничных служб в стране высажено более 23 миллионов саженцев деревьев на общей площади в 6 тысяч гектаров. Пограничное ведомство никогда не оставалось в стороне от всех мероприятий, которые проводились в рамках республики, в том числе и в этом году нами принято активное участие. Ведь, как известно, пограничники – это люди, которые в первую очередь представляются лицом границы пунктов пропуска, ну а на зеленой границе мы несем службу, и поэтому лес – это наш ближайший соратник. Результат работы нынешнего трудового десанта – озеленение территории в 1,5 гектара. Здесь появилось почти 10 тысяч молодых деревьев. Ольга Войтова, Сергей Залынский, телеканал «Звезда». Не отстают в благоустройстве своей малой родины и ветераны. Новая аллея из молодых саженцев яблони, груши, черешни руками ветеранов МЧС высажена у Центра безопасности Новополоцка. Для тех, кто не один десяток лет своей жизни отдал отважной профессии, каждое приглашение в подразделение части – огромная честь. А после сплоченной работы – экскурсия по центру. И когда увидел восторженные глаза ветеранов, восторженные отзывы о Центре безопасности, сам посмотрел, конечно, это небо и земля. Не стоит на месте, все развивается, и нынешние наглядные примеры, которые существуют, и компьютерные примеры, и возможность самому вызвать экстренные службы, и возможность попробовать какую-то чрезвычайную ситуацию потушить, пускай на манекене, но вместе с тем, как вы знаете, все в практике, да? Весь опыт нарабатывается только в практике. Стоит отметить, что Центр безопасности в Новополоцке сегодня популярен. Только за первый квартал этого года его посетили порядка 3000 человек. В будущем здесь появятся и новые интерактивные площадки, а уже к началу лета в здании Центра безопасности начнет работать еще одна пожарная часть с целью обеспечения оперативности выезда спасателей. Несмотря на огромную профилактическую работу, сегодня на Витебщине обстановка с пожарами остается сложной. Наблюдается рост количества происшествий и рост погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основная причина гибели людей остается личная небрежность и наличие вредных привычек, как склонность к злоупотреблению алкоголем и одновременное курение. Сегодня обстановка в области контролируема в части выжигания сухой растительности. Проводится огромная работа с тем, чтобы гражданам объяснять о последствиях. Вот. И, однако, показывает, что граждане не слышат нас, и вынуждены мы с другими субъектами профилактики работать и граждан при выявлении незаконного выжигания сухой растительности привлекать к административной ответственности. Эта работа будет продолжаться, особенно в выходные дни. Стоит добавить, в этот день для ветеранов МЧС была подготовлена обширная программа. Это показательное выступление действующих сотрудников и не только. Эти мероприятия прошли накануне профессионального праздника для Дня чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, которые отмечают в Беларуси 17 апреля. К этому часу у меня все. Я напомню, что наши программы в любое удобное время можно просмотреть на YouTube-канале нашего телеканала «Звезда». Свежие новости также доступны в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Оставайтесь с нами. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый день.
На полигоне ВВС и войск ПВО расчеты зенитных ракетных комплексов механизированных бригад совершенствуют навыки борьбы с воздушным противником. Стрельбу ведут системы «Тунгуска», «Игла» и «Стрела». Завершится тренировка дивизионными тактическими учениями. В Докшинском районе отряд разминирования противоминного центра вооруженных сил ведет сплошную очистку местности. В довоенное время здесь находился склад боеприпасов. Только за первые три дня военные саперы обнаружили уже более 700 артиллерийских снарядов. Срок приема заявлений от граждан, военнослужащих и резервистов, изъявивших желание поступать на обучение в качестве курсантов в военные учебные заведения, продлен до 7 мая 2021 года. Для подачи заявления необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства к непосредственному начальнику для военнослужащих и резервистов. Окончательный профессиональный отбор кандидатов будет проводиться с 17 по 28 мая 2021 года на базе Военной академии Беларуси. Это были новости в форме. Смотрите нас во вторник в эфире телеканала «Звезда». До встречи! В минуты спокойствия, мгновение радости и счастья, минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль, мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей. Знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды. Храня верность традициям, мы едины, мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь.